Жители Хабаровского края опасаются отдыхать в Приморье из-за возможности нападения акул. В начале лета в сети интернет неоднократно появлялись фото и видео акул, выловленных в бухтах Приморья. Хабаровчане, привыкшие ездить в отпуск в соседний регион, всерьез опасаются нападения хищной рыбы. Некоторые думают о смене места отдыха. С начала весны слухи об опасных акулах в водах Приморья пугают дальневосточников. Весной в бухте Шамара рыбаки поймали на крючок крупную хищницу. Вытащить не смогли, но засняли на телефон. Видео, загруженное в сеть, быстро набрало популярность. Приближается бархатный сезон, но хабаровчане опасаются ездить на отдых в соседний регион. Ученые подтверждают, что в приморских водах могут плавать акулы, опасные для человека. Между тем, нападение хищника очень маловероятно. И при соблюдении мер безопасности можно не опасаться за жизнь и здоровье. Владельцы многих баз отдыха Приморья позаботились о безопасности отдыхающих. В бухтах часто устанавливают противоакульные сети, чтобы люди могли спокойно купаться, не боясь нападений хищников. В нашей бухте установлена защитная сеть уже несколько лет, ежегодно ее проверяют. Есть наблюдательный пост, на котором постоянно дежурят спасатели. К тому же акулы боятся шума моторов водного транспорта, а у нас постоянно люди катаются на моторных лодках, водных мотоциклах. В такое место морские хищники не заплывут. Чтобы не опасаться нападения, рекомендую людям заранее узнавать у владельцев баз о принятых мерах безопасности и не купаться на диких пляжах, рассказала сотрудница одной из баз отдыха Приморского края.